Более 100 конкурсантов, где самому юному чуть больше года, самому возрастному 65 лет. Семья Александровых из Аликовского района достойно представила нашу республику на фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья-2019», который состоялся на днях в Саранске. О рецепте родительского счастья в нашем материале. Один за всех и все за одного. В многодетной семье Александровых это жизненный девиз. Они все делают вместе. Сажают огород, разводят сад, выезжают на природу, в лес и на рыбалку. Супруги в браке 24 года. Глава семейства Иван Иванович работает завхозом в Атванской общеобразовательной школе. Там же трудится его супруга, поваром. Они вырастили и воспитали двоих дочерей и сына. Но захотелось, чтобы тепло домашнего очага почувствовали и те, кто обделен. Так появилась мысль взять семью еще 6 детей. Александровы сумели найти подход к каждому ребенку. Стараемся любить мы всех детей, и своих, и приемных. Они у нас одинаковые. Мы не отделяем их. Это наша семья все-таки. Один человек, мы все вместе дружно живем, в дружной семье. Мы дарим их свое тепло. Стоп. Как мы работаем, они на нас смотрели и трудились хорошо и хорошо учились. Семья пользуется признанием и уважением в родной деревне. Духовные ценности для них не абстрактное понятие. В нашей семье есть традиция. Мы вместе сидим и это разговариваем. Детей учим, конечно, быть добросовестными, честными, хорошими людьми, чтобы были. Мальчики любят спорт, девочки – рукоделие, танцы. Дима занимается легкой атлетикой, боксом. Самый младший – Рома. В этом году впервые сел за школьную парту. Старательный, трудолюбивый, как и родители. Так отзывается о нем его учительница. Вкладывает в свою душу, в всю силу, старается только ради детей. Они активно участвуют в различных конкурсах, всегда являются активными участниками концертов. Они очень талантливая семья, у них все дети талантливые. Многогранный талант и любовь к творчеству Александрова продемонстрировали в конкурсе «Успешная семья Приволжья-2019». Одетые в национальные костюмы, они рассказали о своей родословной, увлечениях каждого. Домой семья привезла приз в номинации «Трудовая династия» и «Яркие впечатления». Там было очень интересно. Самое сложное – это выступать. Я переборол этот страх, и мы выступили. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика.